прадставіў свой новы і першую міграцыі альбом Джо Фіш. Угу. І натуральна Да. поўны метафор і вельмі дзіўных сэнсаў. Дапамажы Ух ты. разабрацца, пра што гэта Да. альбом і ці ён пра эміграцыю. Поскольку там есть целый ряд вещей довольно старых, которые я просто сыграл и выполнил именно в этом формате, то понятно, что там эмиграции и не пахнет. Но он по настроению такой, каким являюсь я. Потому что тут вот, меня приглашали на интервью, на эфиры, и все время я производил впечатление такого чуть-чуть человека не в контексте. Да, потому что все думали про судьбы, так сказать, все как-то вот терли лбы. И я понимаю, почему. Потому что, ну, как бы я уже пожил здесь, и, конечно, здесь, ну, не все просто, то есть есть вопросы и так далее. Но, да, и самое интересное, что если говорить о нишах, я сейчас уже социально немножко размышляю, то, конечно, есть уже Navi Band как бы для этого, для того, чтобы тугу какую-то, ну так, развеять, да, то есть как бы ее уже, ну, не изгнать. То бок ты не зазнаў тугі эміграцыі, так? Дагэтуль. Пока довольно счастливая у меня парабола или спираль. Не знаю. Может быть, парабола судьбы или спираль алкоголизма. Да, пока нормально. Да. Чтобы плескаться в воде бумажной, не нужно входить в эту реку дважды. Ці ты закладаў нейкую метафору ў назву альбома? Джоуфі, што гэта значыць? Это не значит ничего. Да, то есть просто придумать хорошее название очень сложно. А там еще и рисуночек такой получился довольно удачный. Ну, и нарисовалось хорошо, и надпись как-то вписалась легко. И понятно, что это довольно бессмысленно. Там одна только единственная англоязычная песня на альбоме. И вообще даже английский язык непонятно, к чему здесь. Вот. Просто вот какой-то выплыла какая-то из меня рыбка. Ты написал, что альбом заявился на хвале славы, якая накрыла тебе раптовно. Я мерку, что ты писал это трошку с иронией, але складывается выражение, что заправды зараз ты вось тут в эмиграции зазнаешь некую новую якость популярности. Ти это правда, ти ты это отчуваешь? Я почувствовал это в самом начале, когда у меня, ну, так сказать, коли я тут заявился, да, и тут начались там интервью с Левоном Вольским, там у Чалова я, ну, такая довольно серьезная не передача. Я думаю, неожиданность того, что я здесь появился вообще, потому что, ну, люди ждали кого угодно, или многих ждали как бы в политическом плане поактивнее, чем я, скажем. Вот. Ну, да, и поэтому я тогда испытывал вот, в самом начале большую славу, она даже начинает немножко протухать. Вот. Но вот мы нашли, я нашел друг друга, мы нашли друг друга с барабанщиком, и он очень так придал новую энергию, такой, скажем, сделал вот ту оболочку, которая сделала мое творчество достаточно легкомысленным, чтобы оно пользовалось популярностью. И пользовалось популярностью, кстати, у достаточно молодой аудитории, что любопытно. Вот, и меня это, конечно, ну, прям просто интриговало. С чем ты связываешь эту популярность? Может быть, аккурат то, что ты поза контекстом этой туги есть рецептом? И мне очень важно вот сохранить как раз эту молодость внутреннюю, быть достаточно беззаботным, вот, немножко бессмысленным. Вот. И в то же время закладывать какие-то неожиданные, ну, скажем, формальные вещи. То есть, ну, мне что-то интересно, там, поэтические. И мне любопытно это в качестве какой-то бомбы замедленного действия заложить. Потому что я сейчас стал писать песни более
Ну, просто более легкие. Вот, потому что, в конце концов, нам всем нравится какая-то легкая музыка, какая-то детская даже музыка. И вот я думал, что скорее вот это ощущение, оно, мне кажется, оно близко всем. Ну, по крайней мере, должно быть близко многим. Вот, поэтому... Но, честно говоря, я о людях не сильно думал, когда это все писал. То есть мне это... Мне люди были категорически неинтересны никогда. А разницу поміж музыкой, якую ты писал у Мінску, якую пишешь у Варшаве, есть? Но она у меня все время меняется, просто этого никто не замечал. Вот, ну, то есть я каждый год выпускал по альбому. Там Reform By время от времени писал, ну, как бы анонсы на это все. А сказать, чтобы широкая публика интересовалась, но эта проблема в том, что в Минске убита широкая публика. Я сейчас выйду на это. Потому что, ну, по большому счету, настоящая форма популярности, она в Беларуси сейчас как-то не очень известна. То есть люди, ну, я имею в виду, что те артисты, которые должны были бы быть популярными, то есть как бы эстрадные артисты, они никому не известны, но белорусские. То есть известны только люди, которые вырастают как-то вопреки. Ну, там даже как к ним не относись, молчат дома, и так далее. Ну, то есть это что-то, что выросло как бы там, случайно, там, Света Бень. А здесь люди активно, спокойно откликаются на те вещи, которые, наверное, должны быть популярными. Но то, что я становлюсь популярным, ну, это странновато, потому что я, ну, в силу лабораторности того, чем я занимался, я, ну, как бы не должен быть популярным. Но это немножко нелогично. Но это отлично. Я не отвергаю это. Спасибо, друзья. Целую, обнимаю. Обнимаю. Thank you. Ты з'ехаў з Беларусі, ну, параўнальна позна, калі параўноўваць з хваляй культурніцкай эміграцыі. Скажы, якім было тады культурніцкае жыццё ў Беларусі? Можа быць, ты ведаеш, якое яно зараз? Я думаю, что там в Беларуси какой-то такой немножко отчаянный праздник. Как бы люди сами себе придумывают мероприятия. Собственно, они занимаются тем же, чем и всегда. Всю свою жизнь мы занимались какими-то самопально придуманными выступлениями, концертами и увеселениями. То есть, там, не знаю, как мы с Пашей, там, Кузикяном делали истории рока и не только, на ровном месте придумали формат программы и стали рассказывать людям о том, что как, например, ну, про каких-то любимых наших рок-героев. Потом киноклуб, там тоже, где было 4-6 человек буквально, но который функционирует достаточно регулярно. Честно говоря, я бы так и жил, вот не будь каких-то довольно радикальных событий. То есть я бы тоже мог в таком подлёдном виде существовать довольно долго. Это... Мне кажется, что все продолжается, просто сужается, конечно, этот круг, он все вымывается, там, ну и люди каким-то образом вынужденно, ну просто оказываются в другой, ну скажем, не могут этим заниматься, да, кого-то могут забрать, потому что мы знаем, что все это продолжается абсолютно спокойно, то есть и поэтому я думаю, что как-то это существует. Существует оно уже без какого бы то ни было, конечно, я думаю, что все это уже понимают, без какого-то политического подтекста. То есть это исключительно развлекательное. Ну, это просто люди каким-то образом поддерживают себя, ну, вот в этой, как мне кажется, одуряющей духоте, потому что, ну, это прежде всего скучно. Прежде всего скучно. То есть вот все эти вот авторитарные дела, они, ну, потому что я жил в брежневское время, я детство это зацепил. Я помню вот это детское ощущение скуки. Вот.
И поэтому мне понятно, что происходит. Ну, я имею в виду эмоционально. Что мела на увазе музычная прэмія «Увага», якая значыла цябе ў номінацыі перакрыццё году, маўляў, ты ў эміграцыі паказаў сябе з нечаканага боку. Як ты сам сябе разумееш, што было такога нечаканага? Бо ты сам кажаш, што нават твой новы альбом уключае шмат таго, што пісалася раней. Я, в принципе, остался точно таким же, понимаешь? И даже песни достаточно старые. Просто, когда ты вещь сделал, ну, я не буду стесняться. В конце концов, как бы есть вещи более важные, чем скромность, правда? Да, то есть, если ты вещь сделал хорошо, она может жить довольно долго. И играться, в общем, тоже. Ну, то есть, долго не стареть, так скажем. Вот. Поэтому я думаю, что новизна контекста, новизна момента это и сделало новым меня. Скажи, калі ласка, ці ты музыкай хаця б часткова зарабляеш тут, у Варшаве, у Ну, Польшчы? вельмі часткова, супер часткова. Потому что только выкладание ангельской мовы мне что-то дает. Але ж музыка это ну то есть жить на этом это абсолютно жить музыкой точно так же мифично, как жить в Минске. Где зараз можно почуть твой выступ? Где ты выступаешь? Я выступал в ну мы играли в разных клубах, например, в Хмуром. Хмурый такой клуб есть. И потом Два кола был изумительный концерт. Там такие молодые ребята, Кшталт. Там мы играли с группой «Сербский нож», в частности. Ну, и там просто получилось так, что нагнали огромное количество людей. 300 там человек вбилось, и кого-то ко мне несли по рукам, ну, то есть какие-то, вот я испытал ощущения, вот, которых у меня не было никогда в жизни. То есть ты приходишь, эти вот жидкие аплодисменты в этом граффити несчастном, боже, маленьком таком месте, вот, здесь вдруг какое-то тело несут, ты что-то еще, ты что-то такое орешь, ну, когда огромное море рук, качающиеся вот эти вот головы, ну, конечно, незабываемо, конечно, незабываемо. Вот. И сейчас ну там не знаю, не ближайшее, а в сентябре, это будет 27-28 сентября, в Варшаве и в Кракове мы планируем выступление с легендарной белорусской группой Drum Ecstasy. Дякую тебе за размову и за твой час. Дякую, Ирина, дякую великие.